Народ, время 5:50. Я заправил автобус. Все, вот у меня сынишка, красотуля, вот вещи, как может быть. Все, я налил себе кофе. Я сейчас стою на Баранке. Все, вон она, Баранка. Ну, те, кто видит это, знают это место, то есть все, без всякого прогона. Сейчас, значит, что только сделаю, народ. Протру маленько госномер. Госномер надо протереть. По габаритам все нормуль, все горит, все проверил. А давление, ну и колеса по этой не спущены, ничего, то есть не дырявые, все посмотрел. Габариты ближний, дальний, все есть, дворники работают. А, все, и что? Все, там у Татнефти пост проеду, заправлюсь у Татнефти. И что? И домой, все. Думаю, это сегодня вечером будем дома. Да будем, а куда денешься? Блин, там лужа была, и щетка есть. Надо было там это, ну номер-то протереть, народ, номер протереть. В луже-то на заправке, где я заправлялся-то, Лукойловская, есть лужа-то хорошая. Короче, позвонила бывшая, как чего, я говорю, да нормально все. Значит, я обтравку, щеточку маленько эту. Блин, и воды-то в автобусе нету. Ни о чё, я гайцы буду, я говорю, погода-то видите какая. Ну маленько-то надо протереть, все равно народ, но это некрасиво. Вот. Сейчас один будет пост такой, самый строгий. Хотел вам там поближе Баранку, но меня этот. Ну я на Лукойловскую заправку заехал, чтобы была Баранка вот эта. На саму Баранку не стал я заезжать. Меня заправщик прогнал, говорит, парковка у нас дальше. Я говорю, ну дай прям секунду, сейчас кофе налью. Вот он говорит, не-не-не, стоянка у нас, парковка дальше. Я говорю, ладно, брат. Я понял, я услышал тебя. Ну ладно, хер с ним, пойдет и так. Там уже будет как-нибудь. Чище стало. Все, автобус завелся, то есть аккумулятор не разрядился, ничего, народ. В этом плане все хорошо. Поеду с музыкой, то есть взял с собой колонку, не поленился. Все. Олеж играет в планшет у меня, мой сынок. Да, сынок, ты папу любишь? Больше всех на свете? Вот так вот, народ. И ничего не подпишешь. Ладно, все. Так, сын, а я энергетик взял с собой. Ну-ка, энергетик из машины я взял с собой. А я не помню. Ну уж возвращаться мы за ним не будем. По-моему, я оставил его в машине. Ну да хер с ним. Все, у нас вода питьевая есть, все куплено в красном белом. Вода, пепси. Это не реклама, ничего, просто экономия. Потому что я сейчас пока сюда приехал за свой счет. То есть за свой счет я сюда приехал. Ну пока, там, может, там что-то порешаем, как пригоним. Посмотрим, народ. Я посмотрю, но на них что они там. Ладно, все, народ, давайте. Сейчас, наверное, с сыном. А, ну еще одну фотку сделаю. Ну, на крестку сейчас буквально я. Или хотя, ну, народ, ну верьте мне на слово, все. С Грязовца я автобус забрал. Вот, на этом автобусе, если кто новый подписчик, вот на этом автобусе я работал, возил рабочих. Вот. То есть обычный пальчик. 32054, там черточка 07. Вот. Ну, короткий дизель. Вот, Канарские мосты. Значит, скорость будет у меня примерно 60-65, не больше, народ. Не больше. Вот. Сейчас вот этот показывает, ну они оба, в принципе, показывают, он 60. Что механический, что этот, тахограф кажется, 60. Вот. Ладно, ладно, хоть не жаря, то есть при такой погоде нормально доедем, я считаю. Нормально все будет по красоте. Сынок, ты папу любишь? Ну да, говорит. Короче, все, интерес он потерял с крепышам, которые сейчас вот идут в пятерочке, новые скрепыши. Они маленько там, ну, по-своему сделали. Уже все не так, как вот был интерес к первым скрепышам у него. Ну, к первым я еще это, ну, там, не так. А вот когда вторые скрепыши, там уже, да, ты что, вы что, народ. Там он с ума сходил по ним.
моя, а ты вторую серию скрепышей всю накопил? У тебя все скрепыши вторые? Нет? А? Ну, короче, он там его там убивает, он мне что-то показывает. Я когда в машину-то ехал тут со мной рядом, он мне чуть не в лицо плачет. Папа, что это такое, папа, читай. Ну, я говорю, сын, у меня тут свои тут это, GTA. Вот, а ты там что-то почитай. Так что так. А, и кстати, народ, у меня в легковой пропало сцепление. Я как, то есть, я просек это все дело, бегом выгоняю из дома автобус, его на заправку. Иду оттуда с заправки, и тут же это, ну, пока автобус там стоял, ну, то есть, оставил автобус, бегом, потому что пацан остался в машине. Я в машину жму, сцепления нету, не могу передачу включить вообще, все. Ну вышел, стал маленький, напишите, что там могло быть. Досик, чего там. Ну потом, ну на заглушенный, передача включается, все нормально. И сцепление выжимаю, ее не ведет, но не гоняет ничего, то есть машина не ведет, она нормальная. Вот, ну и случай, я обратно и без сцепления доеду. Ладно, всем спасибо, за что вы были сильным путешествием. Ближний будет, еще здесь записывают. Ладно, народ, давайте. Всем пока. Спасибо за просмотр.